61 преодолел 61 километр. В нашем следующем сюжете речь пойдет о легкоатлете Евгении Драгунове. Вместе со своей группой поддержки он организовал забег от Махачкалы до Избербаша. Необычная идея возникла у него в день рождения. Спортсмен решил преодолеть свои 61 столько же километров. Получилось ли это у легкоатлета, знает Сакинат Малаева. Евгений Драгунов в прошлом известный легкоатлет. С 15 лет мужчина профессионально занимается спортом. За свою карьеру был одним из лучших в республике на 800 и 1500 метров среди молодежи. Участником московских и казанских марафонов, где всегда занимал высокие позиции. Ежедневно тренировки помогают ему поддерживать себя в хорошей физической форме. Через спутник отслеживается каждый день мои пробежки. Я каждую неделю пробегаю 120-130 километров. За год прошлый я пробежал 5300 километров. Возраст вроде бы так вот, как бы он в паспорте есть, а в душе совсем, допустим, биологический возраст мы проверяли, у меня там 38 лет. Так что вполне еще молодой. Идея пробежать 61 километр Евгению Драгунову пришла в день рождения. 20 февраля ему исполнился 61 год. Группа поддержки – это спортсмены разных возрастов. Все они участники различных спортивных клубов Махачкалы. Многие из них в таком забеге участвуют не впервые. Среди них – Ислам Магомедов. В этот раз он пришел составить легкоатлету компанию и бежать вместе. Это не мой первый забег. В прошлом году я 210 километров с Хасавюрта до Дербента бегали. Он чуть постарше меня, мне 45 лет, ему 61. Ну, не сдаемся пока. Я тоже как возрастной, но я себя чувствую еще 20 лет. Традиция отмечать свой день рождения забегом на дальние дистанции сложилась еще в 2020-м. И останавливаться на этом, как заверил сам Евгений Драгунов, он не собирается. Более того, призывает и других следовать его примеру и вести активный образ жизни. Сакинат Малаева, Саид Кутиев, Рамзан Омаров, Время новостей.